Плату завышают в 10 раз. А я смотрел платежки. Целесообразное снижение наказания за такие преступления, с чем может быть связано? Для чего? Честно говоря, не знаю. Я думаю, что пролоббировали, наверное, вот муниципалитеты, чтобы позволять. То есть, получается, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы управляющие компании обирали собственников жилья. Я правильно понимаю? Ну, в какой-то степени, да, если они не присоединяют дома к Росреестру. Это говорит о том, что они не хотят реальной картины. Честно работать. Честно работать не хотят. И вот были направлены письма в службу технической поддержки ГИС ЖКХ, когда говоришь, что я зашла в личный кабинет. Я не могу свой дом вести... Найти свой дом. Нет, я свой дом нахожу, но я не могу найти историю начисления, историю платежей. То есть там звездочка стоит, я не могу даже выбрать адрес. А мне техническая поддержка отвечает, что если вы не можете вот этот твой адрес ввести, это значит, что органам местного самоуправления и управляющей компании выполняют свои обязанности. Ну, то есть, во всем виноват управляющая компания, власть, которая позволяет... Муниципалитет, конкретно не то, что там местная власть, а именно муниципалитет. Yeah.